34 уровень, 689 урона. То есть очень жесткий персонаж. Твинка Шмот, я скажу, что тут далеко не самый какой-то крутой, сильный. Одел амулет Шейпер Сит, его обычно у РФа используют. Ну тут я его одел, очевидно, для регена. Вот. Не самый лучший Твинка Шмот. То есть классил каскад, но просто я. Очень много маны, конечно, тратит. Посмотрите на этот винч. То есть очень много. То есть просто огромный урон. 46 монокост, правда, но монокост это ладно. Просто огромный урон, это даже без фрост-бомбы. Вторая стадия. Плюс еще гласил каскад его через криты делают. То есть учтите, что у меня почти нет критов. Потом он еще критовать будет. Будет еще больше. То есть это еще без критов. 6 мин. Все закладка. Сам по себе такой слабый класс. Тень. Персонаж. Вот. Но саботерчик он, в принципе, очень сильный. Особенно с новым деревом. С новым классом освещения. Хе-стадия заключительная. Вот, кстати, у меня дилемма была, что вкачивать в начале дерева. Elemental Damage или физурон. Но, как оказалось, вроде физурон больше дает, чем Elemental Damage. Потом надо будет респекнуться в криты. То есть критов больше подкачать. Но в начале игры, как бы, на каком-нибудь 3-4 уровне криты, они не работают. То есть криты еще слабые. Саботер давно я им не играл. Вот тут реально есть выбор, то есть типа ближайшие враги ослеплены. Ну я возьму пассивку на реген. Пироманьяк. Иммун к поджогу, иммун к шоку, неплохо. Два ключика выпало. Да, круто. Неплохо сходил в лапу. А из очарования еще. На самом деле это, конечно, фигня, там зачарование в первой лаве. Оно нахрен не нужно. Ладно. Вот какой-то такой саботер. То есть урон просто адский уже. Уже урон просто огромный. Шло время Китавы. Очень интересно. Thank you.
физурон, я уже сказал, я обосновал. Физурон вроде как больше урона дает. Вот тут заряды подкачал. В принципе, у меня где-то 20% шанс крита там.